Пока проверка не грянет, подъезды не помоют. Жители дома номер 271 по советской армии пожаловались главе города в социальных сетях, что управляющая компания ни разу не дезинфицировала подъезды за время пандемии. Специалисты с белизной помыли все дверные ручки и перила только перед визитом главы. Коммунальщики пообещали Елене Лапушкиной, что теперь эту работу будут проводить регулярно. Почему? Действительно, ждали жалобы и только начали подъезды. Но время непростое. Не просто так мы обращались ко мне, просто так Роспотребнадзор рекомендации дает. Вы за своими людьми тоже поухаживаете. Но есть в Октябрьском районе и добросовестные управляющие компании. В доме номер 243 по Карла Маркса дезинфекцию и уборку проводят постоянно. Для этого закупили специальное антибактериальное медицинское средство. Литр литровый, 10 грамм, 10 грамм на 10 литров воды. Это хорошая концентрация. Мы добавляем белизну, скажем, для того, чтобы... Жители, потому что говорят, да, им обработали водой, облили, им не объяснишь. Вот говорят, запаха нет, значит, не обрабатывали. Кроме того, самарцы обращались к главе города и по другим вопросам. Так, жители дома номер 184 по советской армии пожаловались на большое количество бродячих собак во дворе. А жители дома номер 271 на той же улице попросили привести в порядок соседнюю остановку общественного транспорта. Елена Лапушкина поручила специалистам департамента городского хозяйства выполнить эту работу до конца мая. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Василий Колдашов. События.